Привіт усім! З вами рубрика, з якої має починатися ваш день «Сіли встали», де разом із професійною фітнес-тренеркою Оленою Файзуліною ми робимо руханку. Олено, привіт! Чим сьогодні будемо прокидати Донбас? Привіт, світ! Доброе утро, страна! Что ты сегодня стало холодно? Давай сегодня разогреемся. Поработаем сегодня на ягодицы и на ножки. Активно разогреемся. Напоминаю, что перед тренировкой обязательно необходимо выполнить разминочку. Вы готовы? Да, капитан. Отлично. Итак, сегодня у нас будет один трисет. Трисет – это комплекс из трех упражнений. Помнишь? Я пам'ятаю, це не суші, це спорт. Да, отлично. Первое упражнение будет становая тяга. Мы ее ни разу не делали, сегодня попробуем. Давайте с почином нас. Отлично, берем резиночку, ставим ножки, но ставим их не ровненько, как всегда. Носочки у нас должны смотреть в углы 45 градусов. Необходимо натянуть резиночку. Теперь присаживаемся, таз назад, максимально оттягиваем. И встаем, прожимаем, натягиваем резиночку. Оттянули назад и прожали. Колени у нас смотрят в сторону носков. Хорошо, спиночку держим. Отлично, Свет. И данное упражнение вам необходимо выполнить 20 раз. Хорошо, Свет, достаточно. Итак, следующее упражнение у нас приседание в статике. Це як? Вот так, сейчас покажу. Ставим ножки, то же самое, в то же положение. Отлично. Теперь необходимо сесть с прямой спиной, таз прямо опускаем вниз. Угу, отлично. И вот так вот мы сидим 60 секунд. Просто сидимо? Да, просто сидим. Считаем до 60. Ты готова? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не торопись, Свет. Старайся колени, чтобы опять не выходили за носок. Стараемся держать спинку ровненько, ягодицы максимально опускаем вниз. Свет, ты чувствуешь ягодицы? Я відчуваю, что они палают, немов відкритий вогонь. У меня такое впечатление, что они сейчас будут жить окремо от меня. Просто возьмут и пойдут. А еще, це, знаете, с чем можно сравнить, девчата? Приходимо мы до какой-то государственной установки, например, за субсидию. О, пришли за субсидию. А там все бабуси заняли полностью все вільні стільці. И вот так просто. Опа! И сидите, чекаете в черзі. Да, еще в троллейбус можно, когда никто не уступает место. Мальчики сидят, а девочки качают ягодицы. Хвилинка социальной рекламы. Итак, приступаем к следующему упражнению. Нам необходимо опуститься на коврик. Это будет ягодичный мостик, но сделаем мы его не как обычно. Будут короткие подъемы и, внимание, 100 раз. Что? Ты точно 100 сказала? Нет, тебе не показалось. Мы выполняем это упражнение 100 раз. И это будет отличное упражнение для ягодиц. Завершение нашего трисета. Итак, ложимся, как обычно, на спинку при ягодичном мостике. Опускаемся. Теперь нам необходимо поднять ягодицы и больше их не опускать. И такие коротенькие подъемчики 100 раз. Прожимайте максимально ягодицы. А я вас могу обдурить? Вы будете делать обдулежать? Ну, если ты не хочешь красивой ягодицы, то пожалуйста. Свет, старайся не опускать ягодицы. Ты их все время держишь напряжение наверху, прожимая. Отлично, молодец. Выдох наверху. Прекрасно. 100 раз, не забываем, это было последнее упражнение этого трисета. Данный трисет вам необходимо выполнить 4 раза. А чему потребно 4 раза? Это не забагато? Чтобы твои ягодицы точно поняли, что ты с ними делаешь. Та вона 100% уже відчуває. Сподіваюся, буде гарний горішок. Хорошо, Свет, достаточно. Но это не конец нашей тренировки. Тобто, як на кінець? Ви ж казали трисет і все. Трисет, но нам необходимо закончить эту тренировку все-таки упражнением джамп для максимальной проработки наших ягодиц. Як на кінець? Ви ж казали, що це останній трисет на сьогодні. Ви нас добити вирішили. Але все ж, дівчатка, ще раз наголошу, без жартів. Все це ми робимо, аби бути красивими. Тож терпіть. Да, Свет, все верно.
Итак, джамп. Ножки на уровне тазовых косточек, присели и встали на носочки. Кстати, это упражнение уже можно делать более сложный вариант, когда вы садитесь и делаете прыжок вверх. Садитесь и делаете прыжок вверх. Отлично, Свет. Данное упражнение необходимо выполнить 30 раз. Стараемся держать спинку ровненько. Таз, как всегда, оттягиваем назад. Коленочки не выходят за носок. Максимально напрягайте мышцы ягодиц и ног. Хорошо, Свет, спасибо, достаточно. Данное упражнение необходимо выполнить в 5 подходов. То есть 30 раз попрыгали, отдохнули несколько секунд и приступили к следующему подходу. И так 5 раз. Дівчатка, не лінуйтеся, виконуйте усі ці вправи і тоді реально матимете дуже круту спортивну форму. І хочу поділитися невеличким секретом. За місяць тренувань із рубрикою «Сіли встали» я вже схудла на 2,5 кілограми. Ух ти, круто, Світ! Це отлична мотивація для наших телезрителей. Тож, дівчатка, і ще раз не лінуйтеся і займайтеся разом зі Світланою Поповою, Оленою Файзуліною. Смотрите «Силы встали» и занимайтесь вместе с нами.